повестке внеочередного заседания законодательного собрания значилось 11 вопросов, но основными можно назвать два. Первый пункт касался перераспределения бюджетных средств. С обслуживания госдолга снято почти 370 миллионов рублей. Они будут направлены на решение первоочередных вопросов в сфере развития инвестиционного потенциала и модернизации жилищного сектора. Затем рассматривался вопрос о дальнейшей реализации на территории области гаражной амнистии. В среднем по городу Ульяновск средняя площадь только гаражного бокса составляет от 20 до 50 квадратных метров с учетом доли в праве на землю общего пользования. В законе же указывалось, что оформить гараж можно безвозмездно только площадью в 30 квадратных метров. Это создавало определенные трудности в реализации амнистии. Депутаты единогласно проголосовали за доведение отметки до 50. 525 гаражных кооперативов в городе, и поэтому, значит, он затрагивает прямые интересы очень большого круга людей. Я считаю, что это очень хорошая поправка. Депутаты утвердили все внесенные законопроекты. Бурной дискуссии по повестке не возникало, и заседание продлилось немногим более получаса. Егор Цитов, Даниил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда.